Сейчас мы прибыли на стенд Баксе, и наш друг Максим нам полностью о стенде все расскажет, что интересного, какие новинки, ну и в принципе вообще, что представлено на стенде. Максим? На стенде у нас представлен, открывает наш стенд котел EcoHome. Котел предназначен для объектов поставок. Производство в Италии. Чуть-чуть погромче. Производится котел в Италии. Значит, из особенностей у него идет два тепла обменника, двухконтурная модель. Только закрытая камера сгорания. В принципе, латунная гидрогрупка здесь. Теряется. Здесь используется композитная гидрогрупка. Значит, раздельный теплообменник первичный, вторичный. Значит, при этом по комплектации довольно он интересен. Комплектация включает в себя европейский производитель, в частности, насосы используются Grundfos. Газовые клапана есть знаменитые, там, крайне висит. В принципе, насколько я помню, они здесь даже взаимозаменяемые, по-моему. Да, абсолютно верно. Они взаимозаменяемые. Единственное, ввиду особенностей электрической части обоих клапанов, меняются они вместе с проводами. Вентилятор идет итальянская фирма FIMA. Значит, котел не предназначен для розничной торговли, предназначен для сейчас, да, для объектов поставок. На него тоже, соответственно, дополнительная скидка от завода изготовителя. Только закрытая камера сгорания, только модель 24 кВт. Из интересных особенностей можно отметить следующее. Есть три модели: 10, 18, 10, 14 и 24 кВт. Это на самом деле идут котлы все 24 кВт. Причем, если мы берем 10 кВт, то мы можем довольно просто изменить его параметром F08 24 кВт. Изначально на отопление заниженной мощности, на ГВС они все 24 кВт. Получается, у нас даже не требуется настройка газового клапана, чтобы изменить это, только параметрами. Да, абсолютно верно. Данный котел меняется, увеличивается мощность с 10 до 24 кВт на отопление исключительно 1 кВт. Вообще замечательно. Так, следующая модель у нас. Это как раз которого. Следующая модель у нас это котел Эко-Классик. Особенность его эксплуатации, особенность его компонентной базы заключается в следующем. В отличие от Эко-Хома, он идет с латунной гидрогруппой. То есть, в принципе, многие монтажные организации предпочитают металл пластику. И вторая моя такая интересная особенность это увеличение объема теплообмена черепичного. Что это значит? Он не критичен к нарушению условий эксплуатации для нормы. Если вы нарушение, а в каком плане это увеличенный по объему проходы больше. Увеличен и водонаполнение теплообменника, и его площадь. За счет этого теплообменник стоит немножко, на самом деле, немножко с большей мощностью запасом прочности. То есть, если, например, на компакт серии минуты это комп, при эксплуатации антифриза часто рекомендуется немножко снизить мощность, да, чтобы не было открываются задвижки, никаких таких прототипных работок особо в это время за счет даже уменьшить. Ну, управление у него простое. В первом случае решили пойти, скажем так, ответить на запросы различных организаций. Ну, как я уже выражался, для бабушек хотел. Для бабушек. Что у нас из новинок на стенде? Из новинок. Значит, можем пройти. Продувается. Если обновление с пятой версии, там еще же смешно. В этом случае, просто не все нормально. Эко-Нова. Из новинок. Мы вводим относительно недорогой котел производства Баксе компании Эко-Нова. Значит, из особенностей, это котел самый недорогой наш, доступный для розничной торговли, для магазинов. В комплекте он имеет также, значит, итальянский вентилятор СИД, насос Grundfos. Опять же, такой же точно газовый клапан, латунная гидрогруппа. По комплектации он, в общем-то, такой же, один в один, как Эко-Классик. Единственное отличие – это
Ладно. Только непосредственно до автоматики. То есть, и, да, на случай... и сам метод управления получается. Да. Абсолютно. Ну а здесь он, по сути, я смотрю, приближен именно, скажем так, классическому баксу стилю. В общем-то, да. Он действительно близок, да, то есть управление очень простое, кнопки ГВС, кнопки отопления, режимы, спрос, информационный элемент, там, информационный параметр. В общем-то, все. Ну да. Следующая модель из новинок. Это уже, наверное, для улицы, за, скажем так, замурованный котел. Да, абсолютно верно. Это котел называется Duatec Plus In для непосредственно уличного монтажа. Необходимо к нему приобрести дополнительный корпус против осадки, защиты от осадки. В комплекте идет выносная панель, такая же, как на матриком. Котел конденсационный для уличного монтажа. Если говорить о России, то температура применения его до минус 15 градусов, либо для юга, либо в неотапливаемом помещении. Чаще всего. А, ну тоже, в принципе. Кстати, был в командировке, и не говоря уже про настенные, там просто обычные настенники и котлы ставят на улице. В Италии, в принципе, довольно распространенная ситуация, когда для экономии места выносят все обороны на улицу. Ну, там как раз температурные позволяют режимы. Английский завод Хитросади для нас начинает выпуск такого электрокотла. Котел выпускается довольно давно, в году 10. Для Макса начинает выпускаться, поставляться в Россию буквально с 2019 года. Особенности. Котел фактически имеет минимальное сопротивление. Это, по сути, медная труба, обложенная четырьмя сухими тенами. А, даже сухие тены. Четыре сухих тена, да. Соответственно, четыре ступени мощности у каждого котла. Модели идут от 4 до 12 киловатт. Делятся на две модели. Одна модель от 4 до 12 кВт – это диапазон температур 30-60 градусов. И вторая модель от 4 до 12 кВт – диапазоном 65-85 градусов. Скажи, пожалуйста, вот, ну, честно скажу, не особо слежу за модельным рядом электрокотлов, но, по-моему, что-то такое уже было. Абсолютно верно. Где-то в 2011, рубеж 2012 года, эта модель поставлялась на некоторое время на рынок, но потом какое-то время была пауза поставки. Ага. Вот. Сейчас это решили возобновить, да. О, потому что рынок, в принципе, требует. Ну да, требует. И, скажем так, сейчас немного представлено данной отрасли котлов. И неплохое решение. Ну, единственное, что лично мое мнение, была бы еще такая же версия, скажем так, с встроенным, полностью всем там расширительным баком, насосом и так далее. Вообще бы, мне кажется, цены не было. Мы работаем. Из интересных моделей у нас расширение модельного ряда, в том числе встроенного обезопасивания по электроснабжению. Мы сейчас поставляем две интересные позиции. Первая – это инверторный стабилизатор напряжения BIS-400. Интересно заключается в том, что у него двойное преобразование – 220, 12, затем обратно 220. Такое преобразование двойное позволяет абсолютно срезать все пики гармоники, выйти на нормальный, абсолютно качественный, хороший сил для любых типов котлов. Знаешь, мне даже стыдно, я не понял, что ты сказал. В смысле 220-12? Скажем так, существует два типа стабилизаторов, самый центральный, это когда идет, по идее, релейный и механический. Электромеханические релейные, где идет некая там катушка, на которой при понижении добавляются обводки и снимаются. Ага. Здесь же идет сначала преобразование, стоит преобразователь 220-12, стоят емкости конденсатора.
И, соответственно, затем идет обратно преобразование 12-220. За счет вот таких буферных мощностей. Нет, ну отсюда какие-то провалы. На выходе конденсатор позволяет, я уже конденсатор должен сказать, диапазон работы, ну вот, 90 вольт, до 200, 70 вольт диапазон, он говорит 220, 90 вытягивает, 90, он вытягивает. Тут маленький нюанс, если он без 400 вольт ампер, да, то в данном случае, конечно, с потерей мощности, но тем не менее, традиционный классический. Ну, так более понятным языком получается, подключен он к котлу, котел работает, возможно, просядет вентиляция, чуть-чуть, да. Если большой мощность, если мы берем, например, какой-нибудь там тот же ЭКОКОМ, то фактически без потерь. А это что? В данном случае, когда, например, проблемы с землей, ее просто, например, нет, либо она грязная с потенциалом и так далее, то ставится такое вот устройство с гальванической развязкой, где нет прямой связи. Фактически, в данном случае, это устройство позволяет нам сделать со стороны котла чистую землю. То есть снять потенциал между углем и землей. Это два разных устройства. Я понимаю, но сейчас, опять же, для меня, я, к примеру, как она получается, честно говоря? Ну, это, скорее всего, что-то такое, все-таки, по факту, как замедление. Фактически, да, но это сделано безопасно, замедление. Здесь вот гальваническая развязка. Две катушки, проходит земля со стороны котла на нулевом кромке. То есть в данном случае, если у нас происходят какие-то нештатные ситуации, например, выгорание нуля, у нас пропадает потенциал по нулю по фазе, и, соответственно, здесь все будет... Кромка защита полностью есть. Да. Ну, самая интересная штука лично по моему мнению, давай к ней перейдем. Это обновленная модель зонд H1V, названа она зонд Connect. Здесь добавлена одна очень интересная функция, которая фактически меняет немножко работу протокола OpenTerra. Дело в том, что вот у нас есть модели котлов Luna 3 Comfort, Luna 3 Comfort, где протокол OpenTerra уже занят. Вы это сделали? Мы это сделали. И чтобы можно было подключать без дополнительных проходных переключателей, без дополнительных устройств и зонд, и панель, соответственно, сделали вот зонд-коннект. Они работают одновременно? Они работают не одновременно, они работают либо-либо, но переключение происходит не механически, а в приложении. То есть меняется, просто мы выбираем. Вообще замечательно. Галочки ставим, то, что нам необходимо. Что у нас здесь? Скажем так, на этой части стенда. Здесь у нас показаны обновленные два котла. В данном случае мы расширили линейку котлов конденсационных до ОТКМП со 110 до 160 кВт. Это у нас обе модели, 150 кВт каждый, в таком вот небольшом относительно корпусе, собраны в каскаде. Но в данном случае так они не запитаны, тут показывают довольно логично стоит ошибка. Котлы 150 кВт. Модуляционный вентилятор, газовоздушный коллектор, горелка, две камеры, горячая и холодная камера конденсации. То есть одна на другой. Здесь добавлен из интересных таких вещей. Это насос, конечно же, модуляционный серии Grundfos. Насос и котел рассчитан на работу исключительно с гидравлическим разделителем. То есть его характеристики позволяют взять полную мощность только при работе до гидравлического. Ну, сейчас, мне кажется, это идеальное решение делать систему. Я имею в виду, у меня даже, я себе сделал хоть и простой котел, но все равно гидрострелка с разделителем. И вообще замечательно, все ровно работает. Наше мнение с вами тут танцует. Добавок, как это, сейчас доступны стрелки и все остальное. Что называется, вчера мимо проходил, подглядел, что очень интересные вещи на той стороне стенда. Я их видел только на заводе в Италии, а вот теперь они здесь есть. Расскажешь что-нибудь? Пойдем. Ну видишь, теперь вот эти концерн вот они, да? Это в данном случае тепловой насос, который в России поставляться не планируется. В данном случае он просто показан
что мы это делаем, что на самом деле компания Баксе имеет огромное количество направлений работы, в том числе там тепловые насосы, двигатели с терминами и так далее. Про Россию поставляем только относительно небольшую часть. Аналогичные вещи есть у компании Принципа Путина. То есть многие вещи, которые... У Дедитриша это уже поставляющиеся в Россию. Аналогичные вещи, да. Просто вот как бы по мне, тут, знаешь, там без углублений. Это же по сути котельная готова. Просто вот установил и все. У тебя уже в доме. В общем, да. Действительно, она позволяет это обеспечить систему отопления. Обеспечивает горячую воду и также подключает возможность подключения солнечных панелей. Фактически, да, это готово. Наверное, в Италии это очень распространено. Да, конечно. Не, ну, видели коллекторы солнечные. Ну, что, я не знаю, как бы про кондиционеры. Это... Не, я имею в виду, что, ну, что здесь говорить. Может, перейдем тогда, насколько я помню, здесь есть HP, кажется, да? И потом уже к Дедитришу. Ага. А, это получается аналогичный, только разные возможности. Сейчас у нас изменяется модельный ряд. Идет второе поколение Маура. Это консумный котел, модельный ряд до 30 кВт для полной производства и далее. Как ты красивый дедушка. Ну что, бюджет уже? Из основных особенностей довольно высокая консумная вода, что позволяет минимум скатровать. Это коаксиальный дымоход. Что, в принципе, на таких мощностях есть. Может, я, конечно, ошибаюсь. Ну, по-моему, про них я читал, что их там задавливать можно вообще на самом минимуме, по-моему. Ну, то бишь, настолько модуляция большая. Да, абсолютно верно. Причем огромный плюс еще в том, что это никак не связывается на потреблении. То есть, если в традиционных котлах уменьшаем мощность котла, мы уменьшаем только количество подаваемого газа, не трогая количество воздуха, то в данном случае у нас пропорция газовоздушной смеси, она всегда одинаковая. Если мы уменьшаем мощность, задавливаем очень сильно, нас оказывается небольшие системы. То количество воздуха, подаваемого для горения, оно будет ровно то, которое необходимо для полного нормального. Интересное решение. Здесь используется автоматика Siemens Albatros 2. Фактически, это встроенный комнатный регулятор, который можно фактически снять. Насколько помню, это настенный луна... Нет, не луна. Классик. Да. Да? Аналогично, как мало луна в классик. Да. Более того, это каскадный регулятор. То есть, если мы, например, хотим собрать несколько тонн каскадов, мы фактически экономим на покупке каскадного регулятора, который как раз занимает довольно высокую стоимость. Да? Для того, чтобы собрать там 2-3 коса в каскаде, цена вопроса может порядка 200 долларов максимум. Для того, чтобы по сути провода переходили. Да. То есть я покажусь ленивым таким этим. Я как сказать, сам настраивается или все-таки сказано? Тут было принято решение такое политическое итальянцы для того, чтобы разделить бытовую линейку и промышленность. Все бытовые котлы, они имеют автоматическую настройку по газу. Все, ну, по сути, требуется газовый взятый только для правильности настройки, проверки. Да? Все котлы, начиная от Голотека ФБ, который мы видели, и заканчивая пауэрами 650 кВт, в данном случае сервис-специалисты в обязательном порядке проводят полную настройку по газовому саду. По газовому саду. Это полностью. В принципе, это правильно. Но хорошее решение у вас в бытовой линейке. Все котел сам настраивается. А еще кнопка включения здесь сделана вот так. Ну все. Было выгодно. Она светится, не начинает. Не дошли пока, не доросли. Но в процессе, опять же. А потом будет как это, откидываться за счет этого всего. Ну что, перейдем к Дедитришу. Мы перешли на часть Дедитриш.
И сейчас Олег нам расскажет, что здесь расположено, какие новинки. Прошу, Олег, слово тебе. Вот здесь пока свободное место есть. Да. Это самый дорогой бытовой кондиционный котел наш, Дитрош. Дорогой он из-за того, что у него просто очень такая полная и богатая комплектация. Ну и дизайн, конечно, соответствующий. У него в комплекте есть монтажная рама, причем с краном такой умной подпитки. Я сейчас про него расскажу. У него автоматика, новая Diamatic Evolution, с возможностью подключения до 3 смесительных конкуров, каскада и прочее. То бишь, получается... У него все это в комплекте. Все в комплекте. Да, то есть это просто такой суперкомплектный котел, который, как говорят, в полном фарше поставляется. Ну, мини-котельная. Да, да. И все. И если у нас система отопления действительно такая, что у нас много смесительных конкуров, есть бассейн, вентиляция, там, два бойлера или каскад из таких котлов. Мы без наличия какой-то внешней дополнительной автоматики глупости и узов. Но люблю берем. Ваше оборудование, вот такие мелочи. Ну да, а это на самом деле для чего сделано? Это не просто какая-то мулька, потому что здесь автоматика спрятана внутри корпуса котла для подключения. Все подключается очень удобно. Вот два смесителя мы можем подключить прямо в базе. ГВС можем назначить предназначение у каждого этого контура. И чтобы вам было проще все это подключать, вот, пожалуйста, есть подсветочка. Вам все освещает. Провода все вы заводите снизу, вот здесь нарезаете, все аккуратно заводите сюда. Если сервисом занимаетесь, вот даже такая вещь, как снятие, например, теплообменника, горелка на защелках удобно снимается. И даже вот подающая обратная линия, здесь для спятия сделали такую тоже интересную штуку, меня она порадовала немножко. Отсоединяется обратная труба от теплообменника. И здесь такая телескопическая трубка, ее можно даже без снятия гайки. И на подаче то же самое. Ну, такая мелочь, но приятно. Вот, и в панели управления, это получается уже Diamatic как бы пятого поколения. Дитрош очень давно это производит. Меню многими своими настройками похоже, но... как сказать, более интуитивно. Более интуитивно понятно, да. Здесь нет уже кнопки вызова сервисного специалиста и разных режимов. Мы просто включаем сервисный уровень, чтобы он показывал все настройки, как мы вводим код специалиста. И тогда у нас в каждом меню, а здесь видно сразу на базовом дисплее все контуры, видно и котел, видно три контура отопления. Мы просто заходим в нужный нам контур. И там будут уже настройки и пользовательские, где он просто может поменять комнатную температуру желаемую. И настройки более сложные, в том числе температурных графиков. Вот, допустим. Температурный график попробуем выбрать. Ну, здесь его можно прям менять по наклону отопительной кривой. Причем можно менять здесь уже каждое значение. Раньше можно было только наклон менять в графике. Мы можем начальную точку здесь поменять. В общем, все что угодно двигаем. Или можем даже посмотреть промежуточную точку. Допустим, мы сейчас находимся в какой-то температуре минус 1, нам интересно посмотреть, какая сейчас будет температура расчета. Берем, очень быстро это делаем. В каждом контуре, естественно, свой такой температурный. А сколько контуров может поддерживать эта панель? Три основных контура, ну, в том числе смесительных. Три смесительных может быть, да. Плюс ГВС, плюс вспомогательный выход, его тоже сможет свободно сконфигурировать. И каталог. То есть, в принципе, всего 6 даже получается. Три из которых такие основные. И к этой панели управления теперь можно подключить свое дистанционное управление, термостат SmartPC. И с него дистанционно можно всеми этими контурами управлять. Ну, сейчас там как-то на Neo висит, но вот я сейчас покажу вот здесь вот приложение. Подключение его к капу проводное, ну а дальше я вот с телефона могу управлять. Отдельно каждым контуром, вот там просто подключен капу на Neo, который просто один контур, поэтому здесь всего один. Если бы мы подключили его сюда, мы бы увидели здесь три контура А, Б и С, и в каждом меняли бы желаемую комнатную температуру, и могли бы заходить даже в настройки. Только управление контурами температуры здесь возможно, или также в приложении, я имею в виду, или КВС?
Нет, ГВС тоже, конечно. Да. Причем можно заходить даже в настройки отопительный привой отсюда. Ну, естественно, коды ошибок и так далее. Это вот то, чего не хватало с системой управления зонд, которую тоже мы этим котлам подключали. Зонд очень хорошо интегрировался, например, с котлом на Нео, где котел на Нео сразу работает на систему отопления. То есть мы управляем котлом, и сразу же меняется температура теплоносителя. А здесь сложнее, потому что здесь температурная зона три разных. Да, и управлять напрямую котлом не совсем правильно. То есть мы должны управлять каждым контуром, меняя температуру в нем, а котел свои уже пересчитает автоматически. Пока грузится, что же это за интересная подпитка? Да, клапан подпитки. Ну, когда говоришь, что она просто автоматическая, так все пугаются, потому что автоматическая подпитка простая, это довольно опасно, да, потому что может быть течь. Он работает как? Мы ставим, допустим, настройку желаемое давление 1.5 атмосферы, например. Ну, вот это здесь можно задать. 1.5, допустим, вот такой манометр появляется на дисплее. Здесь мы все это задаем в параметрах. И он без нашего ведома подпитывает до 1.5 атмосферы, если давление снижается. Но если он по цифровому датчику давления видит, что давление растет медленно, он подпитку блокирует, потому что он понимает, это как просто утечка в системе, чтобы не затопило, он ее прекращает. Либо если он подпитывает, допустим, каждый день, но помалу, спустя несколько таких подпиток, он тоже это заблокирует. Скажет, что у вас система не герметичная, и обратитесь к специалисту. И все эти лимиты, их можно настроить. Максимальное время подпитки, там, количество подпиток в неделю, допустим, ну и так далее. Можно ее поставить в полуавтоматический режим, тогда для подпитки будет требоваться просто нажатие на кнопку. То есть человек подходит, видит, давление упало, подпитать. Все, он не открывает краны никакие, просто кнопку нажимает. Ну, либо ручной режим, когда он уже открывает и закрывает. Ну, такая штука. Вот это получается такая самая дорогая модель, а костюм на Нео тоже обновился сильно. Вот это тоже бытовой котел конденсационный, но плюс на Нео уже в том, что можно не брать его в полной, расширенной, богатой комплектации, можно комплектацию нарастить в зависимости от потребности. То есть он поставляется с панелью управления такой более минималистичной, но раньше у нее не было дисплея вообще. В этом многие к этому уже привыкли, была даже определенная фишка, что только сервисный специалист может в сервисные настройки влезть. Но теперь по пожеланиям там добавили дисплей, можно сюда вводить во все настройки. Сделали возможность, сделали модель одноконтурного котла 39 кВт, потому что одноконтурный был только 28. Можно было самый большой котел на бойлер подключать. Так же, как и здесь, он снабжен переключающим клапаном, на ГВС приводом клапана. Интересное решение, расположение, я имею в виду, гидрогруппы самой. Ну да, это вот фишка на Нео такая, наверное, уникальная даже, потому что вся гидравлическая группа здесь расположена спереди. Даже когда пластинчатый тепловинник стоит, он расположен вот здесь и снимается вперед. Ага. Ну и у котла нет боковых стенок, есть вот такие на крышке вырезы. То есть мы когда снимаем переднюю крышку, мы обслуживать котел можем вообще элементарно. Разборка, я смотрю, то же самое. Ну вот эти вещи, например, мы снимаем вообще очень быстро руками. Шумоглушитель. Это кусок дымохода. В принципе, вот мы даже вот это сняли руками, остальное все вообще элементарно. Датчики выкручиваются просто руками, если нужно, без контакта с теплоносителем. 4 винта крепления. Здесь нужен, по сути, один шестигранный ключ, он подходит под все. Чтобы тепловинник отвинтить, пластинчатый тепловинник одним винтом крепится в двухконтурной модели. Ну, вот даже вот такие вещи, как ручка на клипсе для того, чтобы вынуть трехходовой. Ну, чтобы снять тепловинник, тоже особо не сложно. Аналогичный защелк. Да, здесь всего один винт. И она снимается целиком, надо только разъем отсоединить. И даже есть такая интересная особенность, ее часто используют, если надо, допустим, на кухню повесить, в шкаф строить. Расширительный бак находится сзади, вот в этом отсеке. Вообще его можно снять и повесить котел на ту же самую планку без расширбака, а его спрятать под столешницей, подключить внешний расширбак. И котел становится вообще вот такой глубины, микроскопический. Причем в таких же габаритах, он 39 кВт. Ну, такая получается модульная компоновка всего котла. Ну, вот в новой модели добавили еще датчик давления, его не было раньше. Ну, в принципе, здесь модулирующий насос был,
он в любом случае останавливался, если не было носителя. Ну и также к нему подходит вот этот умный термостат, к которому я подключаюсь по телефону. Понятно, это вот получается, его же можно и подключить к тому коту, да, и да, уже управлять с тремя, шестью контурами, скажем. Да, все, что подключено к тому. Ну, я меняю температуру в приложении, будет меняться и здесь. Ну, то есть его можно использовать как просто термостат такой. Мне нравится. Красивый, симпатичный, минималистичный дизайн. Мне нравится. Да, но с него на самом деле можно входить в сервисные настройки, и даже отопить на кривую здесь будет показывать. Сейчас просто уличный датчик не подключен, но видно, что здесь меню такое, ну, оно не очень простое, с одной стороны, но очень глубокое, потому что он связан уже, это даже не протокол OpenTerm, это протокол BAS. То есть это получение больше настроек от BAS, в том числе и не только от источника тепла, потому что протокол OpenTerm, он больше завязан на то, чтобы получать от теплогенератора информацию. А если у нас система вот сложная, несколько отопления, там уже нам больше полезен протокол BAS. И особенность автоматики здесь как раз в том, что мы можем подключить сюда и обычный термостат в пыл-выпал. Можем подключить OpenTerm, а можем подключить такой AirBus. Он сам устройство распознает, и, пожалуйста, любые устройства. И OpenTerm тоже дает, ну, полный объем управления. Да, 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 пожалуйста. Ну, просто эта вещь еще более расширенная, чем OpenTerm по функциям. Но они все подключаются к пульту. Что еще? Ну, есть интересная вещь вот такая еще, достаточно полезная. Не только даже применительно к Дагитер-шкафам, а и к другим шкафам тоже. Вот такой модуль D-Matic Evolution с такой же панелью управления, как на всех новых шкафах, но это такая универсальная панель управления настенная, которая может управлять тоже до 3 смесительных контуров. И ее применяют применительно к другим шкафам, когда надо управлять, например, каскадами шкафов. Например, у котлов нет своей каскадной автоматики или старые котлы. Он может управлять котлами по OpenTerm. Аналогичная, получается. Точно такая же, только универсальная. Мы можем добавить ее, например, к котлу, когда у нас не три контура на котле, а шесть контуров. Вешаем еще ее, и получается шесть контуров. Еще вешаем девять контуров. Можем повесить ее в тепловой пункт и связать ее с котельной по кабелю BAS. И тогда у нас система будет работать совместно. Как только будет нагрузка, например, в удаленной бане, котел будет включаться и работать на нее. На нее тоже можно будет, конечно. Тоже можно будет увидеть. Получается, у нас управление всей котельной. Да, есть у нас объекты, когда есть котельные гаражи, например, на котлах Дагитерша, есть отдельно основной дом и баня. И там стоят вот эти блоки, связанные с котельной. И как только там, например, надо подогреть бойлер или еще что-то, котел только тогда включается. То есть он не работает всегда на 860, как это иногда делают, для того, чтобы просто шло туда тепло по сети. И очень удобно использовать этот модуль. Например, если у нас есть любые кафе по протоколу OpenTerm, мы можем, имея один такой модуль, управлять до 20 кафов в каскаде по OpenTerm. Там нужно просто будет добавить несколько датчиков и каскадных плав. То есть можно использовать даже с простыми решениями. Ну, это уже самые мощные настенные котлы, они тоже будут называться, точнее, они уже поставляются, но пока они называются MCA-160, они будут называться AMC-160 в серии Vadens. Ну, здесь тоже литой теплообменник большой, такая же, в общем-то, автоматика D-Matic Evolution. И... Это до 160 тепла. Да, первые такие котлы, они были установлены еще в июне прошлого года, сейчас они уже там в полную поставляются, но вот получается самый мощный настенный конденсационный котел. И здесь они установлены на каскадной установке, ну, со своей оригинальной обвязкой. Так можно подключать до 6 котлов в каскад со своей обвязкой оригинальной. Спасибо большое за рассказ интересный. Пойдем мы дальше.